Как пелось в старой одесской песенке: «С добрым утром, тетя Хая, вам посылка из Шанхая». Ну, а в нашей шанхайской посылке русская семейная пара, для которой главной составляющей воздушной гимнастики является любовь. Я тебя люблю. Любовь – это очень важная штука в нашей жизни. Это двигатель, это энергия. Это энергия, которая два человека наполняет друг другом. Если она есть, то все нипочем. Когда ты любишь, ты способен на все. Наши номера, наше искусство, они полны любви. И мы хотим донести это до вас. В нашей судьбе слово «судьба» играет большую роль. Мы учились на Дальнем Востоке в одном учебном заведении, но так получилось, что мы никогда не пересекались. И с гастролями этого учебного заведения мы попали в Китай. Так началась наша история. Если наша история вдохновит кого-то, мы будем просто... Так и рады. Красивая пара. Слава Богу, что вернулись. Спасибо.